Привет, ребят! Сейчас мы с вами подведем итоги конкурса в этом крайнем видео, в котором я рассказывал про слет коллекционеров, высота, и в котором я дарю монетку юбилейную стампопечатью. В данном случае это будет монета 3 гривны стампопечатью Богдан Ханенко. Вот сейчас вы можете посмотреть данную монету на своем экране. И условия конкурса очень простые. Для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе, нужно было всего лишь написать комментарий, какая ваша монета самая любимая и почему. И определим мы случайно, с помощью случайного выбора через сайт рандомизатор. Давайте посмотрим. 96 комментариев у нас сейчас. Я немножко пробегусь. Да, вот, ну, тут, собственно, написаны условия розыгрыша. Ага, что вам нравится, быть подписчиком, поставить лайк. И вот, вот много-много разных комментариев вы оставляли. Спасибо большое всем, кто поставил, написал свой комментарий, поставил лайк, поделился видеороликом. Здорово, спасибо всем, кто приехал к нам на встречу коллекционеров. В этот раз было около 500 человек на слете. Ну что, давайте попробуем. Давайте сейчас я еще раз обновлю страницу с конкурсом. Здесь наверняка сейчас покажется реклама. Видите, престиж. Да? Покажется реклама. И потом будет сам видеоролик. Вот. Так. Сейчас подписывается. Так, ну что ж, мы берем, копируем ссылочку на само видео. Открываем Visa On Air. Давайте попробуем через этот сервис, если он позволит нам определить бесплатно в первый раз. Нам что нужно определить? Нам нужно комментарии. Определить, выбрать из комментариев. Проверка подписки. Проверка лайка. А опция это только у нас в премиум есть. Ну, хорошо, попробуем, да. Комментарии. Проверить. Давайте, мне повезет. Да, YouTube авторизацию они предлагают нам провести. Не хочет без авторизации проводить. Ну, попробуем в другом сервисе. Чтобы не давать свои данные по логину входа в аккаунт, попробуем вот на вот этом сервисе сделать, что тут можно ли какие-то выбирать моменты. Так, давайте попробуем. Поехали. Вот наш, собственно, видеоролик. Определяется еще куча разных комментариев. Вот. Биби-машина. Так. Монеты, флора и фауна. Нравится. Биби-машина. Ну что ж, я тебя поздравляю. Ты получаешь монету, к сожалению, не из серии флора и фауна. Возможно, в будущем я что-то такое разыграю. Ну, вот из серии «Выдатнее особистости Украины» с стампопечатью. Она у меня вот здесь, вот можно на нее посмотреть, собственно, на эту монетку, как она выглядит. Сейчас я отдельно не снимаю ее обзор на нее, вот, но вы увидите ее у себя уже дома. Ну что ж, ребят, всем спасибо, кто посмотрел, кто подписался. Буду проводить конкурсы. Сейчас, видите, использую сервис немножко другой, не этот. В принципе, может быть, и для больших розыгрышей будем здесь покупать каждый формат. Ну и этот сервис тоже вроде работает нормально. Видите, ваши все комментарии прям отобразились. Ну что, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.